Сегодня происходит праздничное открытие скульптурной композиции «Любви, мира и согласия». Идея придумана давно, мы планировали открытие в 2000 году на весне у ПИ. В то время не получилось все согласовать и сделать как положено. Прежде всего, люди должны быть ответственными за свои чувства. И если они говорят такие слова, как «люблю» и «любовь», они должны точно знать, кому они говорят, зачем они говорят и что вкладывают в эти слова. Чтить память можно по-разному. Например, участники «Весны Победы» рисуют памятные граффити. Они уверены, что их произведения будут напоминать студентам о великом дне еще долго. Мероприятие называется «Чемпионат по граффити». Проходит он уже 4-й год в стенах университета. Организует его вообще строительный институт, но в этом году мы решили сделать его более обширней. Организовываем в рамках фестиваля «Весна Победы». Граффити не только вандализм. Граффити – это еще и искусство. Так что мы умеем, да, не только портить стены, но и украшать их. Почему эта тема важна? Потому что это очень значимое событие в истории, в принципе, я думаю, не только нашей страны. И, соответственно, стоит помнить и знать свою историю, и чтить и уважать это. Каждый ли из нас может назвать себя настоящим патриотом Родины? О воспитании патриотизма и гражданской ответственности у молодежи говорят сегодня участники фестиваля «Весна Победы». На мой взгляд, этот фестиваль весьма полезен для молодежи, потому что именно молодежь – опора действительно процветающего государства. И очень важно в голову каждого молодого человека
вложить то, что очень нужно любить свою родину, заботиться о ней и делать все возможное для ее дальнейшего процветания. Вот вы хнычите, что старики вам новые судят. У нас-то какие мысли настроены? Передать то, что мы знаем, а выбирать вам и жить вам. Все мы знаем, что в 2018 году в России пройдет чемпионат мира по футболу. Волонтеры со всей страны уже активно готовятся к этому мероприятию. И сейчас мы с вами присутствуем на презентации волонтерской программы «Россия-2018. Мы готовы». Всероссийский форум с международным участием «Россия-2018. Мы готовы». Это первое и уникальное своего рода мероприятие вообще в России, о котором мы хотим в городе Екатеринбурге в присутствии наших коллег и друзей из 15 других регионов России, от Калининграда до Красноярска, дать старт вовлечению молодежи в работу по подготовке чемпионата мира по футболу. Сегодня мы склоняем головы перед памятью павших, не доживших до этого дня. И весь наш фестиваль, который начался далеко не сегодня и закончится не завтра, а будет длиться весь этот год, он посвящен 70-летию праздника Великой Победы нашего народа над фашизмом.